Наука – это интеллект. Наука – это логика. Наука – это возможность преодолеть слабости и ограничения нашего разума. Ведь через науку мы узнаем, как устроен мир, вопреки тому, что мы о нем думаем и как мы хотим его видеть. Когда-то я только так и думал, пока не понял, что это лишь полправды. Если сложить ее со второй половиной, получится безумный парадокс. Потому что наука всегда начинается с человека и его страсти. И жива она, пока жива, эта страсть, самая нерациональная в нас, страсть познавать, открывать новые, искать и разгадывать тайны, даже если в этом нет никакой выгоды и даже если ради этого приходится многое отдать. Лиши нас этой страсти, и нам никогда больше не нужно будет выходить за пределы уже известного. Мы будем довольны и топтаться на месте, мы будем равнодушны к новым горизонтам, идеям и знаниям. Мы будем уютно обустраиваться только в тех пределах, что нам хорошо известны. Прошлое, каким мы хотим его видеть, станет самым важным, а будущее будет лишь пугать. Равнодушие замкнет нас в петле времени, когда ничто не меняется веками, и нас это устраивает. И человечество это уже проходило. Но пока в нас жива страсть, это невозможно. Пока мы задаем вопросы, ищем новые ответы, не боимся тайн и загадок, мы беспокойны, лишаем себя душного уюта неподвижного ума. Наша картина мира постоянно обновляется, а в редкие моменты может даже выстраиваться заново, и это одни из самых удивительных моментов в истории. Когда мы открываем новые горизонты и стремимся скорее их постичь, вот это для меня полная правда того, что такое наука на самом деле. Я не стесняюсь прослыть романтиком, не бойтесь и вы, ведь эта страсть – источник большой силы. Да пребудет она с нами, друзья. Этого я желаю вам в новом году. Еще желаю всем нам провести каникулы, питая свои умы и сердце не меньше, чем желудки, что тоже приятно, не спорю. Я буду публиковать каждый день во вкладке «Сообщество» здесь на Ютубе пост с лекцией или интервью с учеными, которые вдохновляют меня. И первым будет Владимир Сурдин с беседой об открытиях и исследованиях планет за пределами Солнечной системы. Сурдин – это астроном и просветитель, которого я считаю русским Карлом Саганом. С такой любовью, таким обаянием и красотой речи уж... Не знаю, кто еще на русском сегодня рассказывает о космосе. Посмотрите, получите много удовольствия, если даже что-то окажется вам известным. И, кстати, обратите внимание на канал, где вышла эта беседа. Это канал проекта Homo Science, который создавался на моих глазах и который я поддерживаю с самого запуска. Потому что это уникальное и, я считаю, очень важное явление, которого давно не хватало в русскоязычном медийном пространстве. По сути, это платформа, которая помогает ученым, научным журналистам и блогерам находить друг друга, а широкой аудитории – пользоваться результатами их совместного творчества. Видеоролики, подкасты, лонгриды по самым разным темам разных авторов в одном месте. Читайте, смотрите, обсуждайте. Все это на сайте Homo Science, в соцсетях проекта или у авторов на страницах. Хороших вам выходных, друзья, и до встречи.